принимался один вопрос про строительство, ну, дома, который напротив Мускомедии. Но данное решение еще исполкома было в 2005 году, где органам СБУ давалось разрешение на строительство. За этот промежуток времени инвестор отселил всех жителей на этом участке. Как поменял законодательство, ему пришлось выйти на оформление землепользования в соответствии с нынешним законодательством. И второе – это эксплуатация помещений, объектов, инфраструктуры, которые находятся в собственности у физических и юридических лиц. Такие как, например, если мы сакцентируем внимание на французском бульваре завод шампанских вин, то я хочу вас успокоить, что речь не идет об участке архитектурном памяти, памятнике архитектуры. Это с тыльной стороны, ближе к Шампанскому переулку. Были помещения, построенные в 60-е, 70-е годы прошлого столетия для склада готовой продукции. Вот они были куплены, и для эксплуатации этих объектов и было вынесено на сессию землетот. Прямая норма земельного кодекса. Любой землепользователь должен оформить свои правоотношения. Либо выкупить земельный участок, либо взять в аренду.